протяжении 10 лет я поправилась 40 килограмм. И все это как бы последствия антибиотиков после болезни. Самостоятельно пыталась похудеть. Получается, не получается, но в основном как бы худею и опять набираю вес. На проект пришла с той мотивацией, что посмотреть и показать, и коллективно попробовать похудеть и держать вес вместе со специалистами. Ну, в принципе, мой большой вес, он мне особо не мешает, но и некомфортно мне в нем, потому что, чувствую неуверенность. Вот меня чуть-чуть вот раздражает моя полнота, как бы сказать. А дочка, это ее была инициатива идти? Да, инициатива дочки была меня вначале записать, чтобы я пришла, похудела, но в конце, как бы во время кастинга, предложили ей тоже, и мы вместе прошли. Отлично. Вы рады, что вы здесь с нами? Конечно, очень рада. И как бы с участниками совсем познакомились, нам очень хорошо.